Часто из-за малой плотности населения в небольших поселках нет возможности организовать полноценный прием терапевта, педиатра и других специалистов. При этом не всегда возможно и целесообразно строительство новых стационарных фельдшерско-акушерских пунктов в таких местах. Поэтому на помощь пришли так называемые передвижные мобильные комплексы, которые оснащены всем необходимым. Один из таких пунктов появился на базе Ульяновской районной больницы в Ишеевке. Новый ФАП будет осуществлять работу в селах Ульяновского района. Вот, а при помощи таких центров, которые оснащены, по последнему слову, техники, специалист районной больницы может оказывать услуги жителям, так скажем, небольших населенных пунктов на высоком уровне. И на самом деле это очень-очень хорошее решение. Прием пациентов в мобильном комплексе уже начался. В соответствии с составленным графиком будут проводиться новые выезды, на которых жители смогут пройти бесплатную экспресс-диагностику по целому спектру заболеваний. Аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, которое трансформируется в кушетку, холодильник для вакцины и необходимых препаратов. Медицинская помощь в небольших населенных пунктах становится более доступной и мобильной. Сделать экспресс-тестирование состояния сердечно-сосудистой системы, органов зрения, получить оценку показателей функции дыхательной системы, сдать анализ крови на сахар и холестерин, пройти первичный прием у врача-акушера-гинеколога, узнать свой индекс массы тела. Это далеко не весь список услуг, которые сможет получить каждый житель бесплатно в мобильном ФАПе. Передвижные пункты оснастили морозильным оборудованием, кондиционером, всеми необходимыми бытовыми приборами и даже биотуалетом. Установили и новые специализированные медицинские приборы – глейкометр, спирометр, аппарат ЭКГ и дефибриллятор для оказания помощи в экстренных ситуациях. При наличии этого ФАПа можно делать выезды не только врачей общей практики и терапевтов, но и специализированных бригад, например, акушеров-гинекологов, которые позволят довести именно медицинскую помощь для оказания женщинам непосредственно уже в поселке и села. За прошлый год в регионе благодаря нацпроекту здравоохранения закупили 31 мобильный комплекс разной комплектации. Из них 21 передвижной фельдшерско-акушерский пункт, 8 передвижных флюорографов, маммограф и мобильный центр здоровья. В этом году в регионе планируют построить 15 новых стационарных ФАПов. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.